Друзья, приветствую вас и с Рождеством вас поздравляю. Дай вам Бог больше причин для радости. Я вам хочу сказать, что, например, от хорошей жизни плохие вещи люди не делают никогда. Это значит, человеку плохо, это значит, что он не в балансе, не в ресурсе. Поэтому я, например, всегда об этом помню. Не только потому, что я врач и психолог, и художник, и писатель, а потому, что я и сопереживаю за всех, переживаю. Ну, такая эмпатия называется. Но что же делать? У нас так много хороших людей. Я пример скажу. Что бы мне ни писали, что бы мне ни говорили, но в какой-то эмоции или что-то, я всегда помню, что люди все хорошие, просто бывают обстоятельства. Обстоятельства или человек просто находится не в ресурсе, не высыпается, или там какие-то обстоятельства, которые так его прижали, что он уже ни о чем другом думать не может, его прямо разрывает. Как говорится, бесы напали, что ли. Ну, метафор же много таких, которые помогают людям понимать, что происходит друг с другом. Я поэтому с Рождеством вас поздравляю. Ведь это же как раз был пример для всех людей. А помните там Иуду, который предал, да? Но он же удавился, когда осознал, что это произошло. Я желаю, чтобы у нас не было причин удавляться. Друзья, обнимаю вас сердечно, дай вам Бог здоровья и счастья, чтобы все у вас было хорошо, особенно в нашем новом, непростом, непонятном еще году. Но у нас есть ключ, и у нас у всех есть душа, и у нас есть возможность открывать свои творческие ресурсы, быстрее восстанавливать свой баланс и сохранять его, вопреки всем обстоятельствам. Это и есть по существу человечность. До встречи, друзья!